Привет! Мы на канале Супер Макс. Сегодня мы снимаем обзор об таком красном бульдозере. Классном, наверное, а не красном, да? А что это у тебя там за кнопочки еще на бульдозере? На бульдозере? Да. А то ехать, а то назад ехать и вперед, и песенка. Да? А ковш поднимается? Да. А ну покажи, как ковш поднимается. Ух ты! Класс! Сам поднимается? И опускается. Ух ты! Класс. А песенки? Есть там? Песенка есть. А, ну включи. Фары мигают. Ух ты, классно. Ну что там остальные кнопочки делают? Натянем вперед. Хан-хоу! Ого! Как он гоняет, классно. А, ну показывай, как назад едет. Бомбя! Подойди, да! А ну давай вперед теперь. Эту кнопочку, а там кнопочка тоже вперед. Давай. Чуть-чуть на сторону, да, едет? Да. Ого, Максим, а что ты тут такое настроил? Если поубивать весь боулинг твоим бульдозером. А, ты в боулинг бульдозером решил поиграть? Да. Давай, попробуй. Снес. Давай вторую попытку. Да. Ну. Это вот такой целину. Мне нравится. Бум! Снес. Едем аккуратненько. А, ты хочешь ковшом раздавить кеглю? Нет, хочу я завалить кеглю. А, давай. Ковшом. А ну, нажимай кнопочку. Давай. Нет. Что ты такое придумал? Что-то он как-то так страшненько смотрится с поднятым ковшом. Давай попробуем. Нажимай кнопочку. Что у нас получится? Опять мимо. Давай еще раз. Разбивал все. Бух. Стену равняет. А ну давай его туда в шарики запускай. А ну давай его сюда в шарики. Что такое там? Упал? Хочу в лифт. А когда девочки, кто поставит лайк, тому я отправлю поцелуйки.